Добрый вечер. Сегодня в нашем клубе семейное торжество. Здесь собрались те люди, которые очень хорошо и почти все очень давно знают сегодняшнего юбиляра Евгения Клячкина. Он уверенно заявил о себе тогда, когда довольно малая часть нашей сегодняшней аудитории находилась в сознательном возрасте. Это было в 1964 году. Именно Евгений Клячкин первым открыл ту традицию, которая продолжается у нас сегодня, то есть первым участвовал в первом абонементном концерте, который состоялся в 1965 году. В первом отделении выступал Александр Дулов и Евгений Клячкин, а во втором был оркестр под управлением Батхина. И вот эта традиция благополучно продолжается по сей день, и сегодня у нас 144-й концерт. Евгений Клячкин – это автор, которого все мы знаем и очень любим. Это человек, которого мы знаем и любим. Здесь на сцене собрались те, кто отмечает 50-летие друга, а в зале те, кто отмечает 50-летие любимого автора. Автора, известность которого, в общем, трудно переоценить. Слово «популярность» я не хочу употреблять, его обычно в другом смысле сейчас употребляют. А известность Евгения Клячкина вот какова. Несколько лет тому назад я открыл еженедельник «Неделя». Там в редакционной статье, автор этой статьи спорил о вкусах. Он сказал, кому нравятся эстрадные песни, а кому песни Клячкина. Для того, чтобы вот так упомянуть во всесоюзном издании, это, товарищи, серьезно. И Евгений Клячкин за 20 с лишним лет вот это положение в песенном мире завоевал. Весь наш совет и весь клуб, весь актив очень старались подготовить сегодняшний вечер. Но поверьте мне, как руководителю клуба, у нас нет сценария, потому что у семейного мероприятия сценария быть не может. Сегодня будут выступать в первом отделении друзья юбиляра, во втором отделении выступит он сам. Мы очень хотели сделать ему такой подарок, какой бывает у человека раз в 50 лет. Но сразу должен сказать, что ничего у нас не получилось. Потому что юбиляр сам сделал себе такой подарок, какой действительно бывает у человека, может быть, один раз в жизни. Дело в том, что 12 дней тому назад родился Евгений Евгеньевич Клячкин. Таким образом, создается совершенно потрясающая ситуация в песенной культуре нашей страны, потому что совершенно становится вероятным, что через 50 лет в клубе «Восток» будет праздноваться 50-летие барда Евгения Клячкина. Снова будет праздноваться. А сейчас мы начинаем первое отделение нашей встречи. Слово предоставляется доктору филологических наук, члену Союза советских писателей, большому другу нашего клуба, знатоку самодеятельной песни Юрию Андреевичу Андрееву. Пожалуйста. Дорогие товарищи, конечно, сегодня семейный праздник у Жени. Конечно, сегодня очень большое знаменательное событие во всем нашем песенном движении. И особенно я хотел сказать очень большое радостное событие в жизни нашего клуба «Восток». Дело в том, что Евгений Клячкин является одним из его основоположников, корифеев, зубробизонов, китов. Ну, не будем продолжать дальше список. Дело в том, что клуб начинал свою деятельность с всплеска очень интересных, очень разных авторов. И практически почти все они сидят здесь. Вот Кит Вихарев, вот Кит Полоскин, вот Кит Глазанов. Нету Кита Городницкого, он в каком-то из океанов. Но дело в том, что Клячкин как раз один из этого прекрасного созвездия. И как раз на его творчестве в значительной степени держится
наш клуб и его традиции. Что бы мне хотелось сказать о Клячкине? Ну, как о человеке. Я хотел бы отметить его очень большую человеческую доброжелательность. Вы знаете, что можно реализовать себя, можно двигаться, можно подниматься, можно утверждаться двумя путями. Первый путь – это делать все, что ты можешь, все прекрасное, что ты можешь, и помогать товарищам, и подтягивать их, и они будут тебя подтягивать, и так всем вместе подниматься. Скажем, такой путь щедрый, талантливый, моцартианский в пушкинском смысле слова. Есть путь другой, к сожалению, мы с ним сталкиваемся иногда. Это если сам ничего не можешь сделать, то бить по головам окружающих, чтобы зато они не поднялись, и ты таким образом оказался бы на виду. Так вот, Клячкин – это из тех замечательных, доброжелательных людей, который никогда и никому не завидует по той хотя бы простой причине, что он сам очень талантлив, очень силен. И хочу вам сказать, что нам приходится сталкиваться с авторами и активами клубов самодеятельной песни самых разных городов, ведь их в Союзе много, больше 100. И отличительной чертой ленинградского клуба или ленинградского сообщества является это его колоссальная доброжелательность. Авторы никогда не делают ничего плохого друг другу, а только хорошее. Подбадривают друг друга шутками, в сложных ситуациях вливают друг друга бодрость. И в создании этой прекрасной атмосферы, я бы сказал, такой, которая уже вызывает всюду особые отношения, ленинградской атмосферы, огромная роль принадлежит Клячкину. А что касается его индивидуальности как автора песен, я бы сказал, она есть, очень острая, очень резкая. Лица необщим выражением он выделяется из всех. Когда я думал, как бы ее определить, может быть так. Это поэт столь сложного образования в нашей жизни, как город. А еще точнее, поэт человека города, со всеми его сложностями, со всеми его коллизиями, со всеми его проблемами, со всеми его радостями. Как, скажем, в прозе таким городским прозаиком является Юрий Трифонов, так в песенном движении, вот таким остро, специфически характерным поэтом человека города, певцом его проблем является Евгений Клячкин. Мы пожелаем ему всего самого доброго, всего самого лучшего. У меня есть предложение. Прошу, значит, Мишу поставить на голосование. Сегодняшнюю формулу считать не празднованием 50-летия, а празднованием всего лишь второго 25-летия. Стоит ли голосовать, Юрий Андреевич? Все за. Все за. Спасибо. Спасибо, Юрий Андреевич. Как вы знаете, клуб наш начинался с кафе «Восток». С кафе, которое вот здесь, в этом корпусе находится. Именно туда впервые в городе именно собралась группа туристов. И с этого началась сначала песня такого ярко-туристского направления, а потом вот то, что мы сейчас называем песней самодеятельной. Вот. И вот именно с первым коллективом нашего клуба, связано имя Бориса Полоскина. Борис Павлович, просим тебя. Действительно, у нас сегодня семейный праздник. Действительно, у нас сегодня славный юбилей Жени Клячкина. И мы его, можно сказать, провожаем в дальнейший путь. Вот. Он у нас замыкает, это, пожалуй, так сказать, замыкает, так сказать, волну юбилеев первой волны. Он у нас среди нас самый молодой. Вот. А самый молодой брат в семье, он самый, бывает, любимый.
Самый молодой сын в семье бывает особенно талантлив. Так принято, во всяком случае. Во всяком случае, мы, вот и я, конечно, так сказать, присоединяюсь, ну, ко всем наилучшим пожеланиям Евгения Александровича. К сожалению, я по тому, как сложилась моя, так сказать, жизнь, стал меньше концертировать или вообще, так сказать, почти не концертировать. И поэтому я с большим удовольствием смотрю, что вот Женя, с которым мы начинали выступление, и очень много концертов дали вместе, продолжает. Я с большим удовольствием его иногда прихожу и слушаю. А сейчас я просто спою две своих песни, ну, с которыми мы тоже не раз выступали. Значит, первая песня, она становится уже традиционной на юбилеях. Эта песня «Проходит жизнь». Я люблю иных слов сказать не могу. Я люблю досаду в углах твоих губ. Я люблю твои пальцы играют в мотив. Не люблю, жду, надо идти. Проходит жизнь, как ветерок по полю ржи. Проходит явь, проходит сон, любовь проходит, проходит все, любовь придет, мелькнет мечта, как белый парус вдалеке, и пустота в твоем зажатом кулаке. Но я люблю, не проходит любовь у меня. Я люблю. Твои пальцы браслет теребят. Я люблю. Но сейчас ты пойдешь. Я люблю. Он действительно очень хорош. Проходит жизнь, как ветерок по полю ржи. Проходит явь, проходит сон, любовь проходит, проходит все, любовь придет, мелькнет мечта, как белый парус вдалеке, и пустота в твоем зажатом кулаке. Но я люблю, у него ни долгов, ни детей, но я люблю, и красивее он, и умней. Но я люблю, руки сильные, брови в разлет. Но я люблю, молод, но это пройдет. Проходит жизнь, как ветерок по полю ржи. Проходит явь, проходит сон, любовь проходит, проходит все. И жизнь прошла, и ничего нет впереди. Лишь пустота, не уходи. Маленький комментарий, Борис Павлович. По поводу совместного участия в концертах существуют сухие цифры статистики. За отчетный период юбиляр участвовал только в клубах «Восток» и «Меридиан» в 27 концертах, на которых исполнил 405 произведений. Совершенно непонятно, когда он их успел сочинить. Значит, касательно песни «Я люблю», у тех, кто увлекается и обладает большими магнитофонными коллекциями, есть очень многих исполнение этой песни Евгением Клячкиным. Вся разница, что Борис Павлович Полоскин, он обычно эту песню поет «Проходит жизнь», а Евгений Клячкин поет «Я люблю». И вторая песня тоже нашей молодости, это о том, что жизнь все-таки не проходит. И кто его знает, откуда взялись эти 5 морщин на лбу, за что уродует нас жизнь, я толком не пойму.
Но все ж судьбу свою кляня, я не стыжусь своих морщин. Шрама на лице, лишь украшение мужчин. Шрама на лице, лишь украшение мужчин. Если сердце настежь, плевать в него легко, а ты, прищурив свои глазки, целишься еще. Порой доверчивость кляня, я не стыжусь своих морщин. Шрам на роже, для мужчин всего дороже. Шрам на роже, для мужчин всего дороже. Я шагал, я иду, буду идти, идти. Эх, все надеюсь, что найду чего-нибудь в пути. И потому судьбу кляня, я не стыжусь своих морщин. Шрама на лице, лишь украшение мужчин. Шрам на роже, для мужчин всего дороже. Спасибо, Борис Павлович. Дорогой Женя, я поздравляю тебя, композитора и поэта, автора замечательных песен, моего старого друга со славным юбилеем. Я надеюсь, что то, что нам выпало, только укрепит наш дух. Твой Юрий Висбор. Между Грином и Волошиным на последнем переходе мы возвели шатер брезентовый, осветив его костром. И собрали мы сторонников кисти, рифмы и мелодии. И представьте, тесно не было нам за крошечным столом. Так выпьем, ребята, за Женьку, за Женечку, пить хорошо. Ленинград, улица Правды, 10, Клячкину. КСП поздравляют тебя юбилеем, желают песенного долголетия, личного счастья. Оргбюро Союза КСП, Андреев, Воронова, Портной, Лещинский, Ландсберг, Чумаченко. Это Москва. И еще одна телеграмма из Москвы по тому же адресу. Поздравляем тет, отет, Чумаченко и октет, всем известны по России под названием Берендеи. Валентин Иванович Вихарев. Сейчас прозвучала песня, фрагмент из песни Юрия Иосифовича Висбора. А я его видел совсем недавно. Он сейчас в горах, в Альплагерицей. Просил передать громадный большой привет и целовать. Потом я тебя буду целовать. Юра тут сейчас рассказывал о годах и предлагал сделать 2 по 25. Я как-то всегда прикидываю возраст на времена года. Я считаю, что 50 это где-то, будем говорить, вторая половина лета. Это август. Август, мой друг, прохладный ясный день, прохладная вода у августа в реке, и яблоня твоя слегка ее за день оставит сочный плод в заждавшейся руке. Оставит сочный плод. У августа, мой друг, неспешные дела, пора уж пожинать, что сеялось весной. Осталось вспоминать, как яблоня цвела в былые времена, когда было молодой,
в былые времена. У августа, мой друг, спокойные тона, в гнезде уже птенцы поднялись на крыло. Прошли те времена, когда глухарь стонал, и яблоневый цвет кружева и мело. Прошли те времена. У августа, мой друг, негромкое застолье и постоянен круг знакомых и друзей. И песни наших дней с невысказанной болью, чего греха таить, могли быть веселей, могли быть веселей. У августа, мой друг, задумчивы леса одаривают нас благословенной синью, и мы уж не спешим, заслышав голоса, предпочитаем, мой друг, уединение. Да, мой друг, уединение. У августа, мой друг, прохладный ясный день. У августа, мой друг, спокойные тона. В такой день нужно лить елей. Полсотни лет ведь это юбилей. Я, мой друг, почту за счастье принять в нем скромное участие. На Петропавловском валу в 12 грохнулись пушки. Воздал Евгению хвалу когда-то незабвенный Пушкин. Мой друг Евгений, я не предвижу возражений, я буду звать вас просто Женей. Я нашей многолетней дружбе рад. Нас пестовал балакадный Ленинград. И нашим детством той поры владели ленинградские дворы. Послевоенные года, забудешь разве их, когда нам, ленинградским пацанам, пришлось взрослеть не по годам. А наши песни той поры, неудержимых был порыв. Шальной задор, как я был рад, когда ты запрещал глядеть назад. И мы летели горизонту, а пели как почти экспромтом, за горизонт летели дальше. Ох, боялись только в песнях фальши. Наша жизнь в 20 век, что говорить, барьерный бег. Нестись с гитарой под мышкой, задрав штаны, это уж слишком. Но ты бежишь, и видит Бог, ты на дистанции неплох. И с каждым днем от песни к песне твой бег, мой друг, все интересней. Полсотни лет ты
ты стал маститом. Но, милый друг, меня прости ты в этом седоволосом отражении. Ты для меня все тот же прежний Женя. Пусть тебя годы не сутулят, на гриф ладонь, нога на стуле. Живи, твори напропалую. Дай тебе, Женя, поцелую. Когда тайфун ревет во мгле, я вспоминаю среди качки, что существует на земле любимый классик Женя Клячкин. Шальной погоде вопреки, готовы к трудностям и к бою, мы друг от друга далеки, но общей связаны судьбою. Обнимаю, Городницкий. Я не жди известий, не тяни глазам ладонь. Надо мной чужие песни, и чужой горит огонь. 15 числа Александр Городницкий прибывает в порт Владивосток. Я думаю, что разлука наша уже кончается. Скоро все мы его увидим и услышим. Дорогой Женя, поздравляем юбилеем и Женей. Будь здоров, счастлив. Чтоб твоя басовая струна не ослабела, милый, никогда. Виктор Берковский. Телеграмма из Куйбышевского КСП. Женечке, клубопроходцам желаем собраться столетний юбилей. Ханчин Климов. Валентин Глазанов. Обычно на юбилеях принято писать пародии. Ну вот так, Городницкий, особенно этим знаменит, он всегда пишет пародии. Значит, можно было бы, конечно, выбрать много песен Клячкина, на которые можно написать пародии. Значит, я вспомнил, что в свое время, лет 15 назад, мы с Городницким и с Беленьким на одну из его песен, в которых были такие стихи: «Обернется золотой рыбкой, захочу, шутя, поймаю шапкой, кажется, вначале просто гибкой, приглядишься, оказалось шаткой». Написали, значит, втроем одно четверостишее, значит, по одной и три десятых в периоде строки на каждого. И, ребята, навострите ушки, здесь не обойдется без подначки. Кажется, вначале просто Пушкин, приглядишься, оказалось, Клячкин. Ну, значит, в связи с тем, что 50-летний юбилей, уж вы мне поверьте, я это прошел не такое веселое мероприятие, я решил как-то вот, мы даже не сговаривались ни с Валей, ни с Борисом, значит, ну, спеть не веселую песню, причем, значит, песню не мою и песню не самодеятельную, а песню профессиональных авторов, как говорил Карамзин, и крестьянки чувствовать умеют, и они... Вот, значит, песня, которую я год назад услыхал от Миши Кане. Прекрасная песня. Ее редко поют. По-моему, она очень подходит к ситуации. Целую ночь соловей нам насвистывал. Город молчал, и молчали дома. Белая камень и гроздья душистые ночь напролет нас сводили с ума. Белая каца и гроздья душистые ночь напролет нас сводили с ума. Сад весь умыт был весенними ливнями, в темных оврагах стояла вода. Боже, какими мы были наивными, как же мы молоды были тогда.
Боже, какими мы были наивными, как же мы молоды были тогда. Годы проходят, седыми нас делая, где чистота этих веток живых? Только зима, да метель эта белая, напоминают сегодня о них. Только зима, да метель эта белая, напоминают сегодня о них. В час, когда ветер бушует неистовый, с новою силою чувствую я. Белая каса и гроздья душистые, неповторимы, как юность моя. Белая каса и гроздья душистые, невозвратимы, как юность моя. Я даже не знаю эту телеграмму из Москвы. Ее вроде бы надо петь, но я ее прочту, вы все поймете, какая песня юбиляра легла в основу этой телеграммы. Нет, акапелла не годится. Ах, грустно нам немножко, пропел звонок трамвая. Ты бросил нам полтинник, как бросил золотой. Поем мы всю неделю, не переставая. Все о тебе, Евгений, Женя, дорогой, твои Никитины. Слава отважным героям, слава великим поэтам, слава бессмертным легендам. Ура, ура, ура! Место у микрофона предоставляется представителям клуба самодеятельной песни города Сосновый Бор. Ингрия, пожалуйста. Дорогие друзья, вы, конечно, не могли не заметить, что сегодня уже не единожды звучало из уст Михаила Кане первый Кукин. Первый Клячкин. Евгений Клячкин первый. И опять же, первый Евгений Клячкин. Еще один факт. Наш клуб считает днем своего рождения концерт, первый концерт, который был организован нашими ребятами. На этом первом концерте первого клуба в городе Сосновый Бор выступал Евгений Клячкин. Нам очень приятно, что крестным отцом нашего клуба является один из известнейших бардов нашей страны. Но крестным отцом, конечно, мы не можем его назвать, и потому мы его избрали почетным членом нашего клуба. Разрешите мне от нашего клуба и от всех жителей нашего города поздравить Евгения Клячкина с юбилеем, пожелать ему всего хорошего. Мы присоединяемся к всему тому, что было сказано, поздравления. И хотим пожелать, чтобы было поменьше несчастий и невзгод. От них никуда не уйти, но чтобы их было поменьше. 3 года мы работали, издавали полное собрание сочинений песен Евгения Клячкина. К сегодняшнему дню этот сборник готов, и мы дарим его в знак уважения, любви Евгению Клячкину. А сейчас перед вами выступит Сергей Любимов, член нашего клуба. В день славного юбилея Евгению Клячкину с любовью и благодарностью. Музыкальная зарисовка называется «От причала 50». Уплывает к горизонту алый парус, изумрудная вода. Пусть немного жаль, что за кормой осталось, только это не беда. Я не знаю, что за горизонтом будет, но в одно я верю, что всегда везде тебе откроют люди и сердца, и двери. Что везде всегда тебе откроют люди и сердца, и двери. Штили, шторма, всего с лихвой досталось, в жизни покачала. Но уходит в море алый парус,
все начав сначала. Без потери находок не бывает, и нельзя иначе. Только свежий ветер наполняет паруса удачи. Теплые ладони греют струны, пусть холодный ветер лют. Потому и песни твои юны, что они в сердцах живут. Флаг надежды на высокой мачте реет вместе с флагами зари. Никогда душа твоя не постареет, если душу людям подарил. Никогда душа твоя не постареет, если душу людям подарил. Спасибо большое. Посленовогодняя зарисовка. Новый год подарен каждому талисманом всепрощения. Завтрашние дни, как яркие елочные украшения. Хрусталя на лицах, зайчики, карнавальные одежды. Новый год похож на мальчика, подающего надежды. Пам-па-ба-да-ба-дам, па-пам-па-да-па-пам, пам-па-ба-да-ба-дам, па-пам-па-дам, пам-па-ба-да-ба-дам, па-пам-па-да-па-пам, пам-па-ба-да-ба-дам. Па-пам-па-дам. Вы, конечно, помните, не помните, вспомните. Опускался вечер за навесками шурша. Сказки новогодние прятались в комнате, где висел на елке синий-синий шар. Сказки новогодние такие разные, но в конце любой из них удачи, смех были всем нам одинаково рассказаны. А вот в жизни рассказались не у всех. Надо же, вот здорово, вы такой правильный. Вот какие чудеса творят года. Ну а я всю жизнь свою играю не по правилам. Только это ерунда, ерунда. Я узоры на стекле стираю пальчиком, вспоминаю о цветах и о траве. И не жаль, что годы улетают одуванчиком, жаль, что стало меньше ветра в голове. Жаль, что стало меньше ветра в голове. Я с удовольствием предоставляю место у микрофона дуэту, авторскому дуэту нашего клуба Александру Бараеву и Светлане Васильевой. Последний подарок от нашего клуба, небольшой. Песня на стихи Александра Блока «Балаган». Поднимается туман, везут по кряхты вая дроги мой полинялый балаган. Лицо дневное орликино еще бледней, чем лик перо, и прячет в угол коломбина лохмотья, шитые пестром. Дай-на-дай-дай-дай, дай-на-дай-дай-дай, дай-на-дай, дай-на-дай-дай-дай. Тащитесь, траурные клячи, актеры, правьте ремесло, чтобы от истины ходячей всем стало больно и светло. В тайник души проникла плесень, но надо плакать, петь, идти, чтоб в рай моих заморских песен открылись торные пути.
твои полсотни лет ни слез тебе, ни бед, ни сплетен, ни злословия, а песен и здоровья. КСП «Москва». Товарищ, я уже говорил, сценария у нас сегодня нет. Быть может, у кого-то из вас сейчас возникло вполне понятное желание поздравить Евгения Клячкина. Вот, например, у Юрия Кукина оно возникло, но это мы знаем. А я имею в виду тех, кто в зале находится. Вы пришлите записочку, и я вас тут же приглашу, чтобы вы это смогли сделать, если вы хотите это сделать. Ну вот, уже правильно отмечалось и неоднократно сегодня, что вот 50-летие Евгения Клячкина, оно завершает вот аналогичные юбилеи, которые уже прошли такой вот единой полосой в нашем клубе. И, может быть, именно поэтому Юрий Андреевич Андреев так вот не упомянул одного, он там китов, кашалотов всяких и акул упоминал, вот еще одного из этого же племени не упомянул. Почему? Потому что, когда мы его юбилей отмечали, то правильно заметил Александр Городницкий, что все мы его современники. Место у микрофона Юрию Кукину. Я хочу рассказать немного сначала. Я с Женей Клячкиным встретился 19 лет назад, в чудесный майский день. И я благодарю свою судьбу за те минуты, дни, часы, которые я в дальнейшем провел в его обществе. Там есть чему поучиться. Я говорю не только о его влиянии на мои песни. Это, конечно, очень огромное влияние. И даже просто так действия всегда слушаю сейчас с огромным наслаждением его песни. Но я говорю о том, что о чертах его характера. Я видел Женю и в минуты звездных мгновений, когда была сплошная удача. И видел часы неприятностей, а их было много на его тернистом пути. И там это был достойный, принципиальный, очень такой настоящий человек. Когда была удача, Женя никогда не становился высокомерным, он не менялся совершенно, только больше смеялся и иронизировал по моему поводу. А если была какая-то неудача, то тоже он не падал духом, говорил, ничего, разберутся. Поэтому, значит, я хочу сказать, что я рад, что я вижу Евгения Клячкина, отмечающего свое 50-летие в кругу друзей, при таком большом стечении людей, которые любят его и его песни. И вот тут сказали, я еще хочу сказать, что я за все эти года, 19 лет, ни на чуть-чуть не разочаровался и всей душой люблю Евгения Клячкина, о чем публично признаюсь. Вот. И если касается, что сказал Юрий Андреевич, 2 по 25 отмечать, лучше отмечать еще 2 по 50, а еще лучше 2 по 150. Ну, я спою песню, такое это не пародия, это просто парафраз. Я люблю очень песню Евгения Клячкина «Сколько названо дорог». Попробуй спеть. Да не, я не знаю. Потребуется. Сейчас пока не надо. Да я люблю. Я близко не могу, далеко могу. Гитару не слышно, по-моему. Сколько связано дорог с твоим именем? Без тебя б я так не смог, ты пойми меня. 10 заповедей мне, а тебе одна. Оставайся молодым, хоть и седина. Милой женщины себя торопись отдать. Столько ждал их, не шутя. Где уж в шутку ждать? Я к тебе не подойду, приласкав букет. Я с бутылкою приду прямо на банкет. Спросишь, любите коньяк, а я люблю портвейн. Что-то я опять не так,
шумно в голове. Я за юбилей, дружок, пью с начала дня, но иначе я не мог, ты пойми меня. Вот видите, совершенно не случайно все мы являемся современниками Юрия Кукина. Все врут календари опять, а с ними метрики и справки. Вам просто 2x25 и добрых 100 до переплавки. Мы вам желаем так держать и не старея постараться еще раз 2x25 на том же уровне держаться. Слушатели-ветераны. Нам отрадно заметить, что вот наряду с ныне действующим поколением, которое сейчас представлено на нашей сцене, есть уже в нашем городе такой заметный подпор, так сказать. Есть авторы, которые уже выступают на очень серьезном таком уровне, сделали серьезную творческую заявку. К сожалению, один из этих авторов отсутствует сегодня по уважительной причине. У него гастроли «Сахалин-Камчатка». И перед отъездом он специально оставил фонограмму для того, чтобы она здесь прозвучала, и для того, чтобы мы мысленно представили здесь, на этой сцене, Александра Розенбаума. Не так давно, лет 20 с гаком, не иначе, когда мне мама говорила: «Бога нет, Христос воскрес», им оказался Женя Клячкин. Сейчас я буду рисовать его портрет. Шалом алейхем всем, пришедшим в этот дом. Шалом всем тем, кого сегодня нету. Я счастлив видеть вас, всех, кто мне не знаком. Я рад приветствовать известные портреты. Ребята, ша, послушайте сюда. Здесь юбилей, и мы сегодня отдыхаем. И по такому случаю всегда готовы сделать, мы немножечко лыхаем. Глаза у женщин от волнения горят. Играет музыка, начищены баретки. Сегодня Жене что с наличной 50, и я решил надеть пасхальную жилетку. В сорочке модной, в выходных штанах сидит на сцене он, как папа в Ватикане, весь в адресах, в губной помаде и в друзьях. И с той, что в праздничном соскучилась в стакане, всегда в ажуре он, ну что за разговор. Волнует грудь его под пиджаком кожаным. С такой фактурой даже Кристиан Диор до гроба горем бы не маялся, пожалуй. Хоть седина его чуть-чуть наводит грусть, но как тогда у дам кровь бегает по жилам? Полста негоды, люди, с вас смеюсь. Святого дела до сих пор не позабыл он. Я поздравляю вас, папаша, с малышом. Достойный отпрыск царственного рода. Должно быть вам, родной, отныне хорошо. Дай Бог всегда ему удачи и погоды. Пусть будет теплым, как лузановский песок. Роскошный дом, благословенный вашей музой. Прошу прости, что здесь присутствовать не смог. Я, как всегда, клубком мотаюсь по Союзу. Пусть будет теплым, как лузановский песок. Роскошный дом, благословенный вашей музой. Прошу простить, что здесь присутствовать не смог. Я, как всегда, клубком мотаюсь по Союзу. Выступление клуба «Меридиан» начнет Волков Китаин. Пожалуйста, Володя.
Надо сказать, что я, конечно, не предвидел, что мне придется после таких ярких выступлений. Но, тем не менее, я, значит... А, ну да. Ничего, я тут тоже кое-что такое бросал. Но, а, сейчас, да. Ну, я пытался, значит, хотел написать пародию. Ну, я так, ну, сложно, понимаете, с одной стороны, вроде так это, начинаешь пародию, вот я взял песню Женину, и так это, невольно вдруг задумался, господи, так я же это, так это, могу и обидеть случайно. Ну, а потом все-таки я кое-что сочинил, и, значит, если что-то там и не так, то, значит, это от чрезмерного старания. Итак, да, во-первых, мне хочется сказать несколько слов в адрес Жени Клячкина. Дело в том, что Женя явился для меня очень многим, даже толчком, можно сказать, к исполнительству. Потому что вот когда-то в армии в 1965 году я вот впервые услышал в записях песни, и тогда еще уже увлекся. Правда, мне тогда сказали, я помню, еще тогда услышал песню на Театральной площади, мне почему-то сказали, что это песня Акуджавы, но я не знал тогда, кто такой Клячкин, там, Акуджава. А уж потом я уже узнал имя и даже вот удалось познакомиться. Да, даже в лицо узнавать. На Театральной площади немножко театрально стоял знакомый каждому известный юбиляр. И дата очень важная нагрянула нахально, и видно не случайно, он обнимал футляр. Профессор Римский-Корсаков застыл на пьедестале, автограф взглядом клянчит, ведь шутка ли сказать, любимый из любимейших, заваленный цветами, стоит Евгений Клячкин, пытаясь всех обнять. Роились рядом люди и тискали за плечи, ах, как бы не помяли его импортный пиджак. Качаясь, плыли лица чуть глуповатых женщин, хватались за ладони, но он сжимал кулак. А он держал гитару, а он держал полмира, и было ясно каждому, герой он не пигмей. И кто-то там из граждан вдруг пригласил в квартиру. Он не пошел в квартиру, он был их всех хитрей. А он пошел к стоянке, водитель дверь откинул, он трешку ему бросил, как будто бросил 100. Затем сказал: поехали, полста уже нахлынули, давай гони скорее, восток, восток, восток. Сейчас, товарищи, мы с вами все убедились, насколько влияние юбиляра, насколько оно плодотворно, какие серьезные произведения возникают под его влиянием. Выступление клуба «Меридиан» продолжает Михаил Трегер. Можно, конечно, много спорить о творчестве Евгения Исаакиевича Клячкина. Но бесспорно одно. Он создал школу, школу искренности и доверительности в песне. Спасибо ему огромное за это. В копилке. Радость и беда. Кто хочет, подставляй пригоршни. Но отчего кому-то горше, кому-то радостней всегда. И кто-то, вовсе не герой, вдруг выбирает этот полюс, где можно жить лишь беспокоясь, хоть поспокойней другой. Неразделимо пополам тревога высшего накала, как мало вас, безбожно мало, как много перепало вам. В копилке радость и беда. Что ж, кто-то радостью богаче, а ты вот поступил иначе и выбрал раз и навсегда. По приметам очень скоро, мне гадалка дальний путь наворожит. То ли аист, то ли сокол, то ли ворон за окном моим загадочно кружит. Ах, как просто мы размениваем даты, то по 20, то по 10, то по 5, будто даты безымянные солдаты, коих можно в бой бросать и не считать. Но за нашим задушевным разговором мы друг другу не зачтем того в вину, что ни аист, ни сокол, просто ворон стукнет клювом вдруг по нашему окну. И греша привычно, и привычно каясь,
мы припомним вновь среди забот и дел, что и в нашей жизни был прекрасный аист, и что сокол наш еще не улетел, что и в нашей жизни есть прекрасный аист, и что сокол наш еще не улетел. Так, пока отклеивают от гитары текст, который Миша, Миша Трегер для надежности решил наизусть не произносить, мы позовем к микрофону наш прекрасный ленинградский дуэт Алексея Брунова и Галину Богдановскую. Ну, мы не будем оригинальны. Мы тоже пришли к бардовской песне, вот через песни Евгения Клячкина. Это я говорю за себя. И за Галю тоже, как она мне подсказывает. Вот. Присоединяемся ко всем поздравлениям. И мы не стали писать специальную песню для Евгения Клячкина, тем более, что мы не авторы. У нас это плохо получается. Вот. Мы споем очень старую песню нашего дорогого Евгения Клячкина. Этот город, он на виду угрюм, краски севера полутона. Этот город, он тяжелодум, реки в камень он запеленал. А сейчас дождями лужицы в своей тени, розовеет на Неве грани, и дома стоят совсем одни. Птичий гомон будет летний сад, мосты кряхтя, силуэты обрели фасад. В эту ночь я у него в гостях, в эту ночь я у него в гостях. Еще одну песню мы хотим спеть для Евгения Клячкина. Песню ленинградского автора Гладкова на стихи Александра Кушнера. Песня называется «Душа». Ночной своенравно, непослушно, или вдруг, как самолет, тоньше колющей булавки, корректирует с высот нашу жизнь, внося поправки, корректирует с высот нашу жизнь. Нося поправки,
то, что с птицей наравне, в синем воздухе мелькает, не сгорает на огне, под дождем не размокает, без чего нельзя вздохнуть, ни глупца простить в обиде, то, что мы должны вернуть, умирая в лучшем виде. Это верно, то и есть, для чего не жаль стараться, что и делает нам честь, если честно разобраться, в самом деле хороша, бесконечно старомодна тучка, ласточка, душа, я привязан. Ты свободна, тучка, ласточка, душа, я привязан, ты свободна. Исполненная Лешей Бруновым и Галей Богдановской песня Евгения Клячкина была отмечена дипломом как лучшая песня о Ленинграде в 67-м году. Пятом, да? А, значит, меня тут наши архивариусы слегка подвели. Но это сути не меняет. Все-таки она была отмечена как лучшая песня. Сейчас Анна Ильинична и Алексей Брунов. Значит, естественно, что все поздравления сегодня однозначно, однотематичны. Мы все любим, мы все знаем, мы все учимся, все это очень хорошо. И мы рискнули свое поздравление превратить в такое песенно-поэтическое, одолжив у Евгения Исаакча мелодию к стихам, которые он одолжил у Александра Михайловича Городницкого, но стихи сделали своими. Помимо всего прочего, мы предполагаем, что аудитория глубоко и достоверно знает произведение Жени, и поэтому комментировать содержание не будем. Держа гитару на колене, поет, как 20 лет назад, чуть посидевший Клячкин Женя, стиха и музыки собрат. Бычки с доски бегут отарой в косые странные углы, и возникает образ странный широкой плоской камбалы. На всех ристалищах и в храмах звучали вальсы и танго, и даже камни Валаама согрелись в музыке его. А все цыганские напевы купили б жизнь, отдав взамен очаровательные девы театра вольного Ромен. Вплывает в гавань он корветом латать пробоины судьбы. Ну а мы ему в ответ на это спокойно говорим, дружище, спокойно. Покуда ваш путь по-настоящему будет пересекаться с нашим, никто не возьмет ваши песни за горло, по крайней мере, еще полстолетия. Весна наступает для всех с цветением тюльпанов.
А у нас, очевидно, сегодня расцветают прекрасные сборники, изданные клубами, как сегодня выяснилось, «Ингрия», и клубом «Меридиан». Здесь очень простая надпись, которая гласит: «Наш скромный труд к прекрасной дате. Жаль, что не вышел в Леноздате». Интересно, оба полные. Да. Очень интересно, действительно. Значит, подарок передан юбиляру, комментарий присутствующему здесь Юрию Андреевичу Андрееву насчет Леноздата. А сейчас выступит Валерий Гуров, председатель Ленинградского городского клуба песни. В нашем Ленинградском городском клубе песни сегодня такой же праздник, как и в клубе «Восток», потому что Женя Клячкин вместе со своими друзьями, свое время, Борисом Потемкиным, Анатолием Милославским и мной, являлся одним из основателей этого Ленинградского городского клуба песни. Мы с большим удовольствием сегодня от имени как присутствующих здесь, так и не попавших сюда членов нашего клуба и друзей нашего клуба горячо поздравляю Женю с 5-м десятилетием, с 5-м юбилеем его жизни. Это очень скромно, дважды по 25. Желаем ему оставаться долгие годы, сохранять ту же молодость, ту же искренность, ту же задушевность, которыми всегда отличалось его творчество. Мы ждем от Жени новых прекрасных песен. Женя очень активно участвует в работе не только клуба «Восток», но и нашего клуба. Он наставник молодых авторов, очень много им помогает, часто выступает у нас. Вот я подумал, как бы сегодня звучала песня Бори Потемкина «Мой сосед известный». Очевидно, она звучала бы так: как теперь не веселиться, не грустить от разных бед, в нашем клубе появился композитор и поэт. Как мы жили бы иначе, не представить, хоть убей. А сегодня Женя Клячкин свой справляет юбилей. 5-5, и еще раз 5-5, и еще раз 5-5, и еще по 5-4 раза. 5-5. А разделяя уверенность, что через 50 лет состоится здесь еще один юбилейный вечер Евгения Клячкина, очевидно, песня о сыне Толи Милославского звучала бы так: растая и в детские голоса свой щебет вплетут воробьи, у мальчика будут твои глаза, а песни будут свои. Вы, наверное, заметили, что сегодня эмблема нашего клуба имеет такое приятное дополнение в виде дружеского шаржа, посвященного юбиляру. Но это не единственный шарж, который выполнен художником Александром Соколовым к нашему сегодняшнему вечеру. Сейчас мы вам эти шаржи продемонстрируем. Пожалуйста, Саша. Ну, прежде чем демонстрировать шаржи, мне хотелось бы внести некоторые пояснения к тому, что вы сейчас увидите. Дело в том, что когда руководство клуба попросила меня сделать оформление к сегодняшней дате, я с радостью и, как выяснилось потом, довольно легкомысленно согласился. А по сути дела, ну, естественно, моя реакция была первоначальная, потому что, ну, приобщиться к такой дате хоть каким-то образом всегда приятно. Тем более, что до этого я не имел возможности знать многих лично. Но человек, когда берется отобразить своего ближнего в камне или же в ватмане. Он всегда рискует. Вы заметили, что человек не узнает свой голос, записанный на магнитную ленту. Это уже всегда. Изображение его в какой-либо форме тоже всегда вызывает негативную реакцию. Поэтому художник, какой бы он ни был, всегда рискует приобрести врага, скрытого или явного. И здесь два пути. Либо уже рисковать и идти на крайний случай, либо идти на грубую лесть. Ну, самое первое. Реакция, которую я
сегодня ощутил, это была реакция самого юбиляра. Я тут собирался, значит, повесить, весь в такой суете. Вдруг кто-то подошел ко мне, такой тяжелый взгляд мне между лопатками. Я обернулся, и, значит, у меня внутри все сжалось. Надо мной стоял сам юбиляр. Значит, естественно, я так ему вот, говорю, принес. Ну, он так посмотрел. Хорошо. Это будет висеть? Ну, да. Ну, а теперь, значит, многие из тех, кто попали под мое перо, ну, к сожалению, они здесь, и уже теперь сличать уже теперь, естественно, остается только вам, им только в рамках приличия себя вести, потому что всегда, вы понимаете, что музы, они разные бывают, и здесь как нужно сохранить, ну, такую красивую мину при этом. Ну, а мне терять уже нечего, сами понимаете, поэтому уже... Все будет выглядеть таким образом. Многих здесь нет, но тем не менее, значит, голоса их прозвучали. Начну я, значит, с показа. У меня фамилия здесь написана, поэтому я могу вам ее прочесть. А вообще имелся в виду, что это Вихарев сам. Теперь я не знаю, как, видимо, он посмотрел, что ли, эти рисунки и быстро ушел, потому что следующий человек, который тоже представляется вашему вниманию. Я думаю, значит, это Глазанов. Сейчас звучала прелестная фонограмма, восхваляющая нашего юбиляра. Там даже была отображена зависть Кристиана Диора в такой фактуре. Так вот, автор фонограммы, я в самом легком положении сейчас нахожусь, потому что это имелся в виду Розенбаум. Так, ну вот Полоскин на меня уже смотрит так неодобрительно, но я показываю вам его. Полоскин, ведите себя прилично. Еще один человек, с которым мне, конечно, очень легко, это Городницкий. Он в океане сейчас, в штормовом, и, по-видимому, уже ему все равно, как он выглядит на этой сцене. Так, ну, страна знает своих героев, и поэтому наиболее популярные личности всегда отображаются фундаментально, с некоторым, так сказать, ну, склонением к греческим там образам. Однако один из моих знакомых, которого сынишка уже подрастает, значит, когда посмотрел на этот рисунок, он говорит: «Это же наш, говорит, тренер по фигурному катанию». Еще одна фонограмма звучала здесь, значит, когда, ну, я пытался ее изобразить. Значит, вы знаете, что в лучшем положении всегда находится, собственно, милиция. При составлении фотороботов они там коллегиально решают глаза, эти, рот, тот, там, то, все. У меня мысленно тоже, когда вот рисуешь, так и происходит с тобой. И вот при изображении этого персонажа у меня все время почему-то фуражка, значит, другой недружественной нам армии на голову просилась, но я ее опустил. Это Висборг. Я сам. Нет, нет.
Я просто должен сказать несколько слов все-таки. Вы понимаете, что сегодня были такие пожелания. Дважды по 50, а один предложил даже дважды по 150. Так, ну, то есть ближе, проще и доступнее. Учитывая это, естественно, что клуб «Восток» будет существовать и дальше, руководство клуба будет процветать, и всегда, по-видимому, в этом клубе будет представлять его наш популярнейший председатель Михаил Кане. Поэтому я его изобразил уже в том далеком времени, когда, кстати, у него не будет такой густой шевелюры, как сейчас, и когда он даже в нем, в облике, должно появиться нечто наполеоновское. Поэтому образ... От имени клуба «Восток» выступает Наталья Савина. Давно влюбленными глазами мы смотрим все тебе в глаза. И все, что мы хотим сказать, они за нас уже сказали. Добавить нечего почти к тому, что так давно известно. Все те же мы и то же место. Почаще только заходи. Здесь можно быть самим собой. На то и дом, чтобы быть в нем дома. Здесь все давным-давно знакомо, любая мелочь под рукой. И столько твоего, гитары, где свет и боль совмещены, твоя улыбка со стены, твой голос на катушке старый. И наша общая душа, ведь песни ей принадлежали. Они в ней жили и дышали, а мы смотрели, не дыша, и слушали, не шевелясь. Чего желать? О чем молиться? Пусть это длится, длится, длится. Чтоб только связь не порвалась, чтоб проходил сквозь нас виток твоей стремительной спирали, и чтоб всегда соединяли Евгений Клячкин и Восток. Мы хотим вручить подарки нашего клуба дорогому нашему юбиляру. Сначала, по поручению отсутствующего Евгения Розенбаума, мы вручаем медаль. Здесь написано «третье место», но это он комментировал так, что он третий раз поздравляет юбиляра. И поэтому вот таким образом он хочет это отметить. Пожалуйста, Наталья. Евгений Александрович, прошу вас сюда. Так, у него там еще осталось место на груди? Осталось, да? Так, очень хорошо. На шее еще место есть? Годы незнания и годы труда, годы признания и годы ненастья, все подытожив, узнаем тогда. Этот итог называется счастье. Евгений Клячкин. Очарованный ночью, яснее всего, различимо созвездие над головой. Каждый раз, когда струн ты рукою коснешься, с них слетает звезда, дополняя его. Март 84 года. И вот эта вот книга, прекрасно, на мой взгляд, изданная, посвященная архитектуре города нашего, то есть тому направлению, которое в жизни нашего юбиляра является, ну вот помимо песни, может быть, еще одним направлением, в котором он трудится и в котором он сделал большой вклад. Пожалуйста. Сегодня здесь много и справедливо говорилось о юбиляре. Ну вот, казалось бы, собрались здесь люди, которые прекрасно его знают, но, наверное, этим и отличается настоящее творчество, что глубина его бесконечна. Совсем недавно мне лично впервые довелось услышать оркестровые обработки. Это играл просто оркестр, песня в словах не звучала. Оркестровые обработки мелодии Евгения Клячкина. На меня они произвели просто совершенно неизгладимое впечатление. В перерыв между отделениями мы запустим в фойе фонограмму
вот этих оркестровых обработок мелодии Евгения Клячкина. Рекомендуем вам внимательно их послушать. Сейчас мы с вами сделаем небольшой перерыв, а затем состоится выступление Евгения Клячкина. А сейчас мы начинаем второе отделение. Выступает Евгений Клячкин. Полагается юбиляру какие-то слова говорить, прежде чем он, чем вот я приступлю к, собственно, концертной части нашей встречи. Я опыта в этом вопросе не имею. Первый раз мне исполняется 50 лет. И теперь могу сказать точно, какое чувство, главное чувство испытывает вот человек, которому все это говорится, который здесь сидит в центре и так далее, все ему говорят, обнимают его, целуют и так далее. Главное чувство – это чувство растерянности. Что делать, совершенно не знаешь. Ты думаешь, что это счастье или наоборот, к сожалению, просто загадать, ничего этого нету. Просто не знаешь, что делать-то, собственно говоря. Так что будьте готовы к этому когда-нибудь. Ну, и всерьез я хочу выразить искреннюю признательность, благодарность всем, кто говорил такие теплые слова. Многие из них просто-таки даже для меня были неожиданны. Это приятно. Приятно все, что сказали мне от клуба «Восток», от клуба «Меридиан», о нашем пересечении и о том, почему во всем, о чем они сказали. Это приятно. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Спасибо всем, кто выступал. Я постараюсь не бросать гитару, как тут было сказано. Вот. Думаю, что появление младенца, оно как-то я вот убедился, что свободное время – это не есть еще стимул для сочинения песен. Отнюдь. Совершенно иные какие-то появляются причины для этого. Они неопределимы. Иногда поднимает тебя ночью что-то, хотя времени никакого нет. И так, ну, в общем, причин и способов масса. Может быть, кроме одного, когда ты специально садишься с намерением «сейчас напишу песню». Вот тогда не получается ничего. Ну, по крайней мере, у меня так. Вот. Так что я надеюсь, что гитара останется моей подругой, а я в этом даже уверен. А песни новые истоки еще будут появляться. Ну что, перейдем к этой концертной вот части. Я хочу начать с песни, которая сегодня уже звучала в оркестровом изложении. И даже заставка из нее была, и песня, которая мне по сей день нравится, я люблю ее. Из старых песен. Песня «Псков». Помнишь этот город, вписанный в квадратик неба, как белый островок на синем? И странные углы косые. Жаль одно, что я там был тогда, как будто не был. Помнишь церковь, что легко сбежала на пригорок и улеглась на нем свободно, отбросив руку с колокольней, как лежал бы человек, спокойно глядя в небо. Ветерок относит тени и друзей, и женщин. Что ж, разве это не прекрасно? Что верить до конца опасно? Неужели ты чего-нибудь другого хочешь? Две свечи в ногах, а сами станут в изголовье. Вот фотография прекрасна, и время над тобой невластно. Слава Богу, та с косою нас еще не ловит. Этих храмов по глаза укрылись в землю, и добрые седые брови, и в желтых бородах улыбки. Неужели ты в ответ не хочешь улыбнуться? Камни нас в лицо узнают и запомнят. Камни, ну разве нам с тобой
не ясно, что все устроено прекрасно. Лица их в морщинах тяжкие, тела их полни. Лежал бы человек, спокойно глядя в небо. Я сегодня, конечно, больше, чем когда бы то ни было, думал над программой нашей сегодняшней встречи, над моей программой. Что вам петь? Песни действительно порядочно, но их не 400, правда, как Миша сказал, видимо, там есть элемент повтора, вот в разных этих концертах. Но все-таки их около 300-то есть. Вот, и вот из этих 300 выбрать, ну, допустим, даже если из них 200 не поются, то все равно сотни — это тоже много. И вот я выбирал какие-то, значит, из этих песен и думал, что же сделать. И решил сделать так, что-нибудь совсем-совсем старое, что-нибудь такое, чтобы как-то, ну, напомнило вот и ветеранам нашего клуба, и тем, кто вместе со мной начинал петь песни здесь, напомнило ему то далекое время. Да и мне, может, самому песни, которые, ну, совсем почти никогда не пою. И бесспорно сегодня покажу песни, те, которые здесь, на этой сцене, ни разу еще не звучали. То есть песни совсем новые. Что касается промежутка, то, видимо, он будет как раз представлен вот меньше. Ну, вот, видимо, так. Потому что все объять все равно невозможно. И еще одно, чем руководствовался. Ну, наверное, те, кто бывал на моих концертах, помимо вот этого самого зала, наверное, слышали, что у меня есть ряд песен, среди прочих, ряд песен довольно жестких. По поводу этих песен я получал ряд таких нелицеприятных записок. Не в силу того, что эти записки возымели действие, я думаю, что авторы записок несколько ошибались, а в силу того, что сегодня такой вечер, такой день, эти песни тоже не прозвучат. Сейчас есть вот лирический такой цикл «Семейный танго», «Женский вальс», «Мужская цыганочка», все эти три песни, они сегодня звучать не будут, потому что я решил, да ну, голову, это лирическая тема большая, все-таки лучше представить, наверное, мягко и нежно, чем жестко и, может быть, даже в чем-то зло. Ну, вот сегодня будет так. И вот продолжим эту нашу встречу и эту тему. Может быть, начнем с песни, которая не только старая, а просто самая первая мною написанная. Тогда я писал песню еще на чужие стихи, с этого все начиналось. Эта песня стиха Константина Кузьминского, называется «Туман». Я практически за последние 10 лет, пожалуй, ни разу не пел, всякий что-то решил, что надо спеть. Очень серый в городе туман облепляет голову туман. Одинок и холоден туман. Серый в сером городе туман. Обними ее крепче, туман. Загляни ей в глаза. Упади ей на плечи, туман, обними, как меня обнимал. Не забыть ее плеч, туман, не забыть ее плач, обман. Не на мою мелодию, на мелодию с кинофильма «Баллада о солдате». Тоже такая вот напоминание о старых годах. Песня где-то 64-го года, без названия. Не гляди назад, не гляди, про
просто имена перестань. Спят в твоих глазах, спят дожди. Ты не для меня их оставь. Привез подальше ключи. Адрес поменяй, поменяй. А теперь подольше молчи. Это для меня. А где-то все равно, все равно. Я уговорю сам себя. Будто все за нас решено. Будто все ворует судьба. Только ты не веришь в судьбу. Значит, просто выбрось ключи. Я к тебе вопрос, что войду. Вот Юра Кукин сегодня спел такую шарж, пародию, шутку на мелодию из моей песни. А саму эту песню я хочу сейчас вам как раз спеть из старых тоже песен. Называется она «Задумчивая песенка». Сколько названо дорог твоим именем, а иначе я не мог, ты пойми меня. 10 заповедей мне, а тебе одна. Силуэт все дома к ней, чья же тут вина? Впрочем, это все пустяк, что вину считать. Столько ждали, не шутя, можно в шутку ждать. Я скажу, а я хочу, ты кивнешь, валяй. Я под горочку качу, словно тот трамвай. Я к кому-то подойду, приласкав букет. Клином клин, а дурью дурь, я скажу привет. Мой ответ, ее вопрос, мостик выстроен. Портсигар мой, папирос, каю выстрелит. Спросит, любите цветы? А я люблю траву, и зачем я с ней на ты, и куда зову, и опять я не про то, снова тру виски. Мы пошли своим путем, но это путь тоски. Сколько названо дорог твоим именем, но всем выходит срок, ты прости меня. Спасибо. Ну, это песен уже более, значительно более поздних. Называется песня «Осенняя цыганочка». Сейчас посмотрю только по программе, правильно все делаю или нет, да? Да, все правильно. Мучит голову рассвет, осень год за годом. Нету дня и ночи нет, славная погода. Капли скачут на стекле, городские шутки. Ах, не будет ли светлей днем хоть на минутку? Год ли, день ли, так сошлось. Все по счету платишь, даже брызги от колес, все летят на платье, не промажет ни одна, все сполна досталось, там была люгоду весна, сроду не бывало. Ворота. Кто там бродит, гость или вор? Думать неохота. А подумать все равно, все равно сворует. Оглянись, кем пьешь вино, кто тебя целует.
лечит голову рассвет. Что ж, рассвет и только. Не спрошу вам, сколько лет, осени вам сколько. Ночь проходит по земле, капли бьют цыганку, вроде стало веселей, только наизнанку. Только наизнанку, только наизнанку. Спасибо. Ну вот, не зря стояли здесь пюпитры. Да, вы правы, конечно. Сегодня еще у меня один, как это сказать, ну, первый, что ли, такой, первая попытка. 20 с лишним лет, сколько я пишу песни, ну, может быть, спустя 2 года, когда я их начал писать, у меня была мечта свои песни, значит, спеть под музыкальный состав какой-то. И вот, наконец, мечта эта, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Действительно, лучше поздно, чем никогда уж. Она все-таки как-то реализуется. Мы попробуем сейчас, значит, с квартетом оркестра Академического театра имени Пушкина спеть для вас несколько песен. Сейчас будет одна, потом в разбежку еще какие-то появятся. Прочны двери у страны доверия для того, кто верит только в замки, значит, неизбежно гасит нашу нежность, тяжесть чьей-то руки. Кто нас больше учит время? Или случай вряд ли важно, если даже поймешь, но когда нас давит сон, страшнее яви выйди ночью под мерцающий дождь. Все надежды, слышишь, он тебе надышит. Дождь бессонный, шелестящий в ночи, блеск оваций в зале или губ касание можно в нем различить. И пока над нами голубое пламя неизвестной, нас хранящей звезды, будет, как и прежде, сердце. Далеко от беды. Спасибо. Ну что же, это первый блин, между прочим. Вообще первый. У нас не было возможности даже оказаться на этой сцене, отрепетировать что-то. Она была все время занята праздником пищевой промышленности. Пищевики празднуют долго просто. Ну вот о цыганочках. Песня, которая написана в этом ключе, в ключе цыганочки, последнюю по времени, где-то осенью минувшего года, называется, ну, меняется... Уходят годы, как заметили правильно все выступавшие. Меняется тематика песен, меняется и отношение к ним. Эта песня называется «Неуверенная цыганочка».
Что хочу, скажу, не пожалею. Мимо прохожу и то шалею. Взглядом провожу, остолбенею. Эх, может, погожу, переболею. Может, погожу, как скручи бочка, а она плывет, как в речке тучка. Кину с мотыльком на свечку ночью, и конец знаком, как в строчке точка. И конец знаком, а ждешь начала, чтоб судьба опять тебя качала, чтобы ночь обманщица мычала, а луна глядела и молчала. А луна молчала, как ведется, знаю, отвечать сполна придется. Ну а как не петь, пока поется, и пока мотор о ребра бьется. Незнакомое, молодое, здравствуй, племя, чье настало время, царствуй. Мишурой на солнце вспыхнет дар твой, но и тень здесь яд, а не лекарство. Сладостный обман, обман всесилья, в голове дурман и шорох крыльев, вроде только взмах, и небо рядом. Хватит ли ума сказать «не надо»? Хватит ли ума, и пусть не хватит, в облаке из роз к нам юность катит, лепестки года осыплют платье, а шипы останутся, как плата. Хорошо б не знать всего, что знаешь, как бы вот не помнить то, что помнишь, юности навстречу, пробегая по цепочке пропыленных комнат. Что хотел, сказал, а было ли надо? Спасибо. Ну вот, переходя к другим лирическим песням, к песням городским, зарисовкам, хочется вспомнить одну из старых, но мной, пожалуй, может, самых любимых, а может, и самую любимую из ленинградских зарисовок песню. Осеннюю песню. Я хочу сказать еще два слова. Я старался всегда писать песни о Ленинграде так, чтобы по возможности примет, географических примет города в песнях не было, чтобы сама специфика песни, ее музыкальная ткань и стихотворная ткань заставляли почувствовать, что это может относиться все только к одному городу. Насколько это удавалось, мне это вопрос другой, но я старался. Вот я старался и в этой песне точно так же. Называется «Осенняя песня». Облака из серой ваты, серовато, серовато. Не беда, ведь я привык в луже. Эта вата намокает и, волнуясь, пробегает под водою мой двойник. Даже днем не смотрят в окна, на дожде антенны мокнут, телевизоры в тепле. Город подставляет небу крыши, притворяясь, что не слышит танец капель на стекле. Вечер дарит свету отражения и квартир немые звенья повисают над двором. Ветер отражения полощет, он на ощупь ищет площадь и освистывает дом. Спасибо.
Песня, которую мы сейчас попытаемся вам еще спеть, тоже из старых песен. Это тоже псковская зарисовка такая, Псковской области. Называется «Мелодия в ритме лодки». Вертикально, как лес, лес подошел к воде. Весла роняют задумчивый всплеск в тонущей тишине. Ночью камыш вырастает. Небо уходит, и тени огня прячет среди теней. Ночью острее встают камыши, весла, как два крыла. Роняют на выгнутый щит маленькие тела. Ночью звезда, опускаясь к ногам, зябко дрожит в воде. Лес остывающий движется к нам, полный чужих надежд. Песня называется... Сейчас этой песней мы перейдем к другому. Сейчас не ошибаюсь, да? Правильно все? Нет. Все правильно. Нет, просто у меня программа сегодня другая, чем которой я привык. Да, все правильно. Нет, я не ошибаюсь. Перейдем к еще одному циклу. Вот, цикл песен, которые можно условно именовать детскими, только потому, что они написаны о детях, но для вас, взрослых, написаны они. И первая песня, которая сейчас прозвучит, называется «Две девочки». Девочки, две дочки, два сияния, два трепетных, два призрачных крыла. В награду, а скорее в оправдание, судьба мне непутевому дала. Лечу, лечу, чужою болью мучаясь, над красотой нескверною земной. Что не случится худшее, а если...
душою пустотой. И падаешь, закидывая голову, на всей земле один. И бесполезно машут руки голые, и здесь уже не до чужой беды. Легко любить, что не тобой посеяно, не выдохнуто с мукою вдвоем. И как легко бороться за спасение, когда это спасение не твое. Эй, кто-нибудь, от самого, от страшного, спаси же тебя, как я тебя спасал. Это крылышко прозрачное, чтоб я его опять не замечал. Верни мне это крылышко прозрачное, чтоб я его опять не замечал. Мы еще встретимся с квартетом, а сейчас продолжим эту детскую, условно говоря, тему песни. Последней по времени написания, называется она «Детский рисунок». На столе от лампочки круг, а за кругом в комнате мрак. В круге сразу видно, кто друг, кто во мраке, ясно, что враг. Девочка рисует дома, над домами вьются дымы, и еще не знает сама, кто чужие здесь, а кто мы. Вот опять возводится дом, а над домом тянется дым. Все плохое будет потом, все хорошее создадим. А под дымом варится суп, чтобы каждый в доме был сыт. Тот, кому захочется спать, сам на полночь ставит часы. А за домом высится сад, там деревьев несколько сот. Яблоки на ветках висят, сами так и просятся в рот. Что для жизни надо, все есть, чего нету, значит пустяк. Решено, мы жить будем здесь, решено, мы жить будем так. Нарисуем старых друзей, не заметим новых врагов. В этом мире все любят всех, и до смерти здесь далеко. Здесь покой и вечный закон, неизвестно здесь слово вдруг. Жалко, что кончается он, там же, где от лампочки круг. Там же, где от лампочки круг, там же, где от лампочки круг. Я отвечу на все вопросы, касающиеся квартета, несколько позже. Как вы относитесь к использованию ваших песен? Кто, по-вашему, исполняет их на уровне? Я не слышал ни разу, чтобы мои песни пели профессиональные актеры, певцы или певицы. Но, во всяком случае, вроде так, поскольку какие-то авторские капают, то, видимо, кто-то где-то когда-то поет. Вот, в Ленконцерте даже, насколько мне известно. Но, видимо, это, знаете, тот глубинный уровень, который не поднимается выше солнечных бликов на воде. Видимо, так. Потому что иначе мы бы услышали это где-то по радио. Я своих песен не слышал. Что касается того, что я слышал, мне нравится, как поет не профессионалы, а вот как раз любители, если это можно назвать любительством. Потому что, скажем, Леша Брунов, который, в общем-то, любитель, и вот мне нравится, как он поет мои песни, некоторые из них. Вот он уже выступает на профессиональной сцене, так что это уже, в конце концов, все мы переходим в какой-то иной ранг. Главное ведь не в том, в конце концов, любители мы или профессионалы, как мы называемся, а важно, на каком уровне мы работаем и сохраняем ли мы этот свой уровень и свое отношение к материалу, переходя на профессиональную сцену. Вот надо это сделать так, чтобы это сохранялось все, по-моему, так. И тогда будет все нормально. Значит, и заключит этот цикл песня, которая называется «Дитя и мать». Вот она сейчас.
Эти две строфы и две темы. Легли ресницы, словно тени, как тени в полдень. Какой скип каких растений, сейчас мы вспомним. Искать сравнения нету силы, и труд напрасный. Дитя не может быть красивым, оно прекрасно. Дитя не может быть красивым, оно прекрасно. Тем, кто нашли. Аве Мария. Споемте славу нашей милой, не помня худо, чье тело грешное явило вот это чудо. И что бы с нею ни случилось вдоль жизни долгой, уже дарована ей милость прожить Мадонной. Уже дарована ей милость прожить Мадонной. Счастье прощения всем матерям свет. Утешение тем, кто терял. Аве Мария. Спасибо. Россия, и имя-то женское, недаром на бабах стоит. У каждой судьба деревенская, кормить мужика да поить. Детишек до старости вынянчить, там внуки поспеют гурьбой. Работу не женскую вымучить, само уж понятно с собой. В годину лихую намаемся, в окопах, в заводах, у хат. Ни трактор, небось, не сломаемся, на ком-то же надо пахать. Быть может, французская, венская кому и приятней на вид. Россия — название женское, она ведь на бабах стоит. Россия — название женское, она ведь на бабах стоит. Эти две песни, последние две, вот «Аве Мария» и «Россия. Название женское», были написаны для спектакля «Баллада о солдате», поставлены на сцене Ленинградского театра имени Комиссаржевской по сценарию знаменитого фильма. Одновременно с этими песнями, их было всего 10, но вот в это же самое время, весной 80-го года, было написано еще несколько песен. Вот две из них прозвучат. Первая называется «Гадание» по совершенно иному поводу. И даже чуть было не вошла эта песня, вот «Гадание», в спектакль. Но и не надо было, что не вошла. И хорошо.
живой цветок охвачен мертвым хрусталем, и пальцы сходятся на нем. Вот та ромашка, что лежит в твоей руке, и капля малая дрожит на лепестке. То ли роса, то ли слеза, не разберешь, и только видишь эту дрожь. Нет, не на женщину гадать, не на нее. Сыпь лепестки, молясь о здравии своем. Да вот в чем штука, ни один не погубить, когда в итоге быть не быть. Салют незнанию, спасающему нас, когда отчаяние приходит в поздний час, когда соленая подушка под щекой уже не дарит нам покой. Не покидай меня, надежда, до конца, не отводи глаза от мокрого лица. В мою ладонь легко крыло свое вложи, и дай мне силы дальше жить. Дай жить по-прежнему, не ведая черты той, за которою не сводятся мосты, где перевозчик тих и не плеснет вода, черты с названием никогда. И если завтрашний последним будет шаг, пусть прежде тело, а потом умрет душа. Не уходи, надежда, лучше обмани, никто во лжи не обвинит. Оставь, дружок, свою ромашку в хрустале на светлом праздничном столе. Конца не будет, будет вечно длиться пир, как вечно будет этот мир. Ты песенный гений, вне всяких сомнений, аве, Евгений. Аве, Евгений. Спасибо. Хоть под хальмаш, но все равно приятно же. Вторая песня в этом ряду, она начата тоже весной 80-го года, закончена, ну, что-нибудь, наверное, месяца два назад, вот в этом году уже. Такие перерывы бывают. Называется она «Телефон-автомат». Я вишу на стене, два гвоздя меня держат за плечи. Мое чуткое ухо придвинуто к вашим губам. И черны небеса, и как надо, но, милая, нечем. Хоть бы малую свечку затеплить надеждою вам. И поняв, не смеюсь, что за стенкой и солнце, и небо голубые бегут, голубые, как жизнь облака. Я железный сундук, как судить мне о том, где я не был. Но и то, что я знаю, мне вынести, вынести как. Вот монетка провалится, пискнут мои позывные. Торопливые звуки покатятся по проводам. За меня не волнуйтесь, со мной все в порядке, родные. Он живой еще, вот что услышится там. Но ведь он это я, и сейчас я расплавлюсь, пожалуй. Две горячих волны жарко бьются в моих контурах. Рядом боль и надежда, оттуда безмерная жалость. И над всем одна тяга звенящий немыслимый страх. А слова все круглее, и фразы скользят все бодрее. И взорваться истерикой каждая может лишь тронь. Я беру на себя, я ушей им не жгу, только грею. И сжигает меня опаляющий душ огонь.
вот отбой, но за первой ложится вторая монета. Сколько их еще будет, и сколько довязь я сживал, я горю, это точно, мне больше не выдержать это. Был такой на кресте, как же звали его, как же звали? Ведь надо ж такое, сломался, пока говорили. Эй, сестра, вызывайте механика, старую рухлядь чинить. Мы толклись на площадке, от врачей потихоньку курили. И в дыму сигареты я все это насочинил. А картинка сложилась, как видите, точная. Адрес тоже имеется, слава богу, теперь уж не мой и не ваш. Ленинградская область, платформа песочная, институт онкологии, третий этаж. Любить, когда кругом потери, остается жить без веры, веря, что родные люди, все, кого мы любим, вечно рядом с нами будут. Не шути, когда судьба поманит, не грусти, когда она обманет, и комки, глотая снова жизнь, латая истина, поймешь, простая, все, что еще вчера из бетона нынче. Ступи хоть шаг, ноги тонут там, где еще вчера плыл твой плотик, нынче пузыри в болоте. Что любить, да только то, что близко, полюби, дружок, себя без риска, да не дрогнет пламя перед зеркалами, где твое лицо, как в раме. Полюби стекло, металл и камень, погуби своими же руками те живые звезды, что нас так тревожат. Погуби, пока не поздно, да, брат, легко сказать. Это правда, плюнуть и растоптать вся та радость, что, брат, не хватит сил, и не надо, так живи, как жил, не падай мертвым, отдай покой, это точно, ты же пока живой кровоточишь, прочих ответов нет и не будет, так устроен свет и люди, что любить, когда кругом потери, 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 что любить. Не жалеть,
это сверхчеловеческих сил. Я хочу вам представить квартет Академического театра драмы имени Пушкина в составе руководитель, скрипка Борис Малей. Фортепиано Евгения Энтина. Виолончель Григорий Волович. И флейта Валерий Хлопцев. Еще одна песня, которую мы исполним с квартетом. Это песня, о которой сегодня уже шла речь, так, в пародиях, так сказать, из последних песен. Сейчас, секундочку. Эта песня называется «Валаам». Барашки на воде, в небе белый пароход, у скал на сером фоне тянется, зевая, и висят деревья меж землей и небом. Детская картинка из далекой сказки тут же оживает. Бим-бом, катится звон между водой и облаками. Отвечают камни. Ничего не знаем, ничего не помним, ничего не надо, не было потерь и нет приобретений. Только что рожденным не знакома радость, но и боль, конечно, тоже не знакома. Мы всему поверим. Бим-бам, сам валам, дно прогибая, поднялся грузно. Динь-донь, это он. Видно, как дышит мохнатой грудью. Волосы деревья на груди могучий, ветерок бегучий миг перебирает, отлетая сразу. Каменные брови сведены сурово, а в тяжелых скулах прячется улыбка. Нет суровых сказок. Динь-дон, в нас этот звон. Только бы он не прекращал. Последнего прощайте, динь-дон, только не стон, звон уходящий нам на счастье, динь-один, дон, закон, бим, грустим, бом. Наша встреча подошла к концу. Несколько рискую. Вообще-то песня конечная. Но, как говорится, негоже уходить под гром собственных копыт. Вот. Поэтому, раз уж я нахожусь на сцене, я рискну. Рискну спеть песню, которая закончена только позавчера. И поэтому, если... Вы понимаете, насколько, сколько волнений связано с этим днем и с этим
со всем вместе, что здесь есть, и то, что это юбилей, и то, что вот мы впервые здесь с составом, с оркестровым. Я могу что-то забыть по дороге уж. Заранее прошу прощения. Листочек вешать не буду. Попробую запомнить так. Условное название песни «Начало». «Начало» — это название ее. Решает все, конечно же, зима, когда деревья вычерчены тушью, когда снега заваливают души, когда вся жизнь есть ожидание жизни, и для людского глаза неподвижны вдоль времени скользящие дома. Однажды дом на вираже качнет, и те, кто прямо, все поедут мимо, и ты поймешь, что все неповторимо, непоправимо, если быть точнее, картинка в памяти застынет коченея, а жизнь отсюда новый счет начнет. Четвертого всю грязь свело на нет. Зима явилась к нам в начале марта и превратила в контурную карту гнилую землю в рытвинах и кочках, и оказалось, рано ставить точку, поскольку не проложен первый след. Как много обещает небо нам, но в этот день сбывались обещания. Настал конец эпохи обнищания. Я знал, что жив, что кровь еще не стынет. А пятого ты принесла мне сына, и в этом был единственный обман. Да будет долгой жизнь, что началась, да будет жизнь богатою и полной. Сынок, богатство есть любовь, запомни, любовь есть все, конец нравоучению. Но если в этом ты найдешь спасение, то значит, моя песня удалась. Четвертого всю боль свело на нет, четвертого не тая падал снег, а пятого ты родила мне сына. И в этом корень песни и секрет. Это же какая пустышка. Спасибо. Новых песен больше нету, вот старая тогда. Идет бычок, качается, о чем ему мечтается. Наверное, позабыли мы слова. Уже полжизни прожито, и оглянуться можно бы, но так, чтоб не кружилась голова. Холодной оставалась голова. Себя тащили волоком, и под ногою облако нарочно принимали за туман. Хоть и годы шли спиралями, друзей не растеряли мы, зато теряли теплые дома. Уютные и зыбкие дома. Девчонки наши катятся, одергивая платьица, на саночках с горы. И все идет, как водится, встречаются, расходятся, как маленькие теплые миры. Далекие и пестрые миры.
а нам грустить не хочется, что появилось отчество, а имя лишь осталось для друзей. И пусть доска качается, но только не кончается, и пусть бычок не падает на ней, и пусть бычок не падает на ней, и пусть бычок не падает на ней. Спасибо вам за такой теплый прием. Как-то вот у меня есть запись концерта Саши Розенбаума, и он давний-давний здесь, в Востоке, и он как-то сказал там такую фразу, что, значит, мол, если здесь хорошо принимают, то везде, представляете, еще лучше. Это неправда. Это неправда. Здесь принимают лучше всех. Здесь лучше всех принимают, лучше всех встречают, лучше всех понимают. Это я говорю совершенно точно. Так оно и есть. Ну что ж, что не все. Большинство. А ты имеешь в виду вот что? Ну, понятно. Ах, не всех, да? А не всех, может быть. Ну, не все, так сказать, имею в виду. Не всех. А, я да, ха, не заметил. Ну, ладно, я вам спою песню тогда. Значит, поскольку записок не поступало, таких просьб, ну, не надо их, действительно, открывать это самое четвертое отделение, третье. Я вам спою песенку, которую... Что-то хочет такой нежной сегодня петь, знаете, такую силу ряда причин, как вы понимаете сами. Вот такая песенка. Ну что ты, Олежек, ну маленький что ты, лиловый зрачок, настороженно жив, и на отражениях крошечных сосен мое отражение пугливо дрожит, дрожат, упираясь в высокие ножки, а нежные ноздри вбирают меня, не надо бояться, не надо, хороший, все это когда-то придется принять, придется поверить, безумно рискуя, и в руки, которые могут дарить, и в губы, которые только целуют, а страх и желание не разделить. Что делать, малыш, мы похожи немного, я тоже дикарь, непривычный к рукам, мне тоже себя донеся до порога, последнего шага не сделать никак. Пам-па-да-ба-дам, па-да-ба-дам, пам-па-дам-пам, па-да-ба-дам, па-да-ба-дам, пам. Па-дам-пам, па-да-ба-дам, пам-пам, па-да-ба-дам, пам-пам, па-да-ба-дам, па-да-ба-дам, па-да-ба. И словно решив, если хочет, пусть губит, как будто в полете над темной водой, он вытянул тело, и влажные губы покорно легли на сухую ладонь. Что же, нежные песни-то уже иссякают. Ох, загадали нам загадку, не сыскать названия, словно в сказке для порядка дали три желания, три, а как одно похоже, словно в омут головой и мурашками по коже под водою ледяной. И ничего ни до, ни после
Время года не узнать, может быть, еще не осень, ну уж точно не весна. Через страсть перешагнули, и любовь нам не дана. Поцелуи, словно пули, разрывают сердце нам. И слова, как камни тонут, комната качается, начинается со стонов, стонами кончается. Время каркнет по вороне, и едва замрет в тиши узникам, приговоренным в эту комнату спеши. И конца нет этим встречам, как и песни нет конца. Вот опять сгустился вечер, комната качается. Только исключительно, ну, теперь вы можете убедиться в этом, потрясающим волнением, которое сегодня было, можно объяснить, что я пропустил такую важную тему и такие песни. Значит, я «Возвращение», которое сейчас получил записку, петь не собирался, потому что она действительно известна, но есть песня, которая здесь не звучала и которую не спеть просто невозможно. Тем более, что она, эта песня, была закончена 27 января вот текущего года, как раз в день, когда 40 лет назад была снята блокада Ленинграда окончательно. Так что даже, ну, необъяснимо, почему эта песня у меня вот забылась. Она записана в программе и не спета была. Я спою сейчас непременно, конечно. Как все помнится, так и было, хотя лучше б то было во сне. Ты не поровну хлеб делила, отдавая большее мне. И выхватывает коптилка или памяти тонкий луч, с кожей смерзшиеся ботинки и алмазный иневый луг. В свете пляшущем тени пляшут, мальчик-женщина в горле ком. Осторожно, никто не плачет. Мальчик мучается с чулком. Ну, конечно, ни к черту память, вон же валенки возле ног. Но до ужаса не отлипает насмерть вросший в ступню чулок. Ты согреешься, он оттает, но не бойся, так не дрожи. Вон конфетка тебе осталась, а твоя где? А я уже. Ту конфету, батончик, мама, я теперь бы, ах, нет, не то. И лежит поверх одеяла ватой стеганое пальто. Все подробности, все детали, четко так, что сойти с ума. Как под вспышкою моментальной, лица белые в глазницах тьма. Пискаревских костей ступени, у которой перед тобой опуститься мне на колени. У любой, сынок, у любой. Сегодняшний вечер вдохновил очень многих на создание серьезных и крупных по форме поэтических произведений. Я прочту только одно, потому что оно явно не адресовано лично автору, остальные имеют такой более интимный характер. «Прекрасны авторы весной, их красота гнетет и дразнит. Как песни пишут, боже мой, но все же Клячкин всех прекрасней. Мы любим бардов с малых лет». Дурман мудреных фраз опасен, и все в них – музыка и свет, но все же Клячкин всех прекрасней.
правый фланг левого ряда. Мы все стихи, которые присланы в адрес нашего юбиляра, помещаем в традиционный альбом. Здесь вклеены все телеграммы, многие фотографии, которые напомнят ему о большом пути, который он прошел в нашем клубе. Я выражаю большую благодарность всем тем, кто принял хотя бы, может быть, и небольшое, но очень важное участие в подготовке сегодняшнего вечера. Всего вам доброго. До свидания.